Пшенная каша с квашеной капустой – это вкусное и сытное блюдо, которое отлично разнообразит ваше повседневное меню. Берите на заметку рецепт. Чтобы приготовить пшенную кашу с квашеной капустой, понадобится минимум ингредиентов, которые без всякого труда можно найти в любом ближайшем магазине. Готовится такое блюдо достаточно просто, поэтому с ним справится даже неопытная хозяйка. Подавать пшенную кашу с квашеной капустой можно как на обед, так и на ужин. Пшено 200 грамм. Лук репчатый 1 штука. Морковь 1 штука. Квашеная капуста 300 грамм. Соль 1 чайная ложка. Специи 0,5 чайных ложки. Растительное масло 2 столовые ложки. Количество порций 4. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Лук с морковью обжарьте в хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Выложите квашеную капусту к овощам и обжарьте в течение 3-4 минут. Пшено хорошо промойте несколько раз под проточной водой и высыпьте в сковороду. Влейте горячую воду, добавьте соль, специи и тушите на маленьком огне 40 минут под закрытой крышкой. Пшенная каша с квашеной капустой готова. Приятного аппетита!